да, она же стакается. Типа, мы не переживаем, как РДД. Следующий не переживу. Избегаться придется. Ну, давайте сделаем попроще милики. Можем просто, как я говорю, просто бежать, а пока с боссом 24 на 7. Да и все. Тут опять с конфликтом. Время очень запутаться. Очень близко с фиолетовой смасей там стоишь. Если сейчас чуть подойдет, она уебет. Да меня Войд зажал, мне пришлось туда сместиться. Бразен, наберите раньше. Симка, симка всего бьет, хуйня. Это под шилдом тебя ебет. 14к без шилда. Ну, я бегу 15к максимум. Переживается. Переживается, все нормально. Вот поезда уже не переживают. Ебать. Фонарь, ты меня в угол зажал. Оу май. И делает там что-то нехорошее. Вау, вау, вау. Это вы со мной в одном рейде находитесь? Фонарь, ты кунки изменяешь или что? Пустосеешь фонарь? Ты пустосеешь там? Пустосеешь, блять. А ну кыш отсюда. Не, Швепс, он два луча лутает. Нет, просто я могу поезд не задоджить в углу. Так, блядь, нахуй они сделали эту подсветку, я просто не понимаю, блядь. Типа, так и чё ты стоишь, пальцы свои косуешь на похуях или летишь? Я наоборот, я забежал специально в первый луч, а потом во второй луч. Гениально, блядь. Бля, лучше доджить босса, это тата времени. 12. Да, 30 тысяч. Это у вас меликов. Ну, блин, да. Фонарь зажал в углу и 30 тысяч стал. Да. И ай. Пусто сеет. Сеет, блять. По фонарю собачка пукнула. На меня рогнули. Умер. Я сейчас это, во тьму засопрочусь, чтобы стоять в ФК и все. Вот честно сказать, меликов реально дохуя. А тут никак иначе. Расплодились. Бегает, расплодите миликов. Да можно, блять, можно просто в начале, блять, миликов этих нахуй, вот допустим условных, поставить, ну, вместе, да? Потом половину нахуй послать куда-нибудь в угол нахуй, чтобы зажались в другой нахуй противоположный. Эта половина сдохла нахуй, которая первая нахуй, потом вторую нахуй отправляешь на смерть нахуй. А вторую зачем? Разбегаться просто заранее. Ну потеряем чуть ДПС, ничего страшного. Потом сбежитесь и все. Разбежаться за 5 так, секунд. Так, прикол в том, что, типа, игра, готовимся к лужам, и кто-то убегает быстрее остальных, и за него эти трое умрут. Типа, вот. Меликов, по сути, принцип такой, или все умираем, или никто, типа. Говорю, можно сделать легче, будем просто боссу катать по всей карте, по кругу, РД встанут вот эту, господи, посередине, на чем босс стоит. Зачем катать босса по кругу, если он будет стоять? Потом поезда криво пойдут, если вы будете катать. Они типа наискосок тоже могут пойти. Они не идут наискосок. Тебя просто в сторону стенки пусть идут. Они пойдут наискосок. Да вообще без разницы, что там выйти с них и все. Ну наискос они идут или прям какая разница. Ну смотри, РДшники будут стоять в центре, пойдут поезда по центру. И вот где с левого угла, например, вот где звезда, могут сюда лучше пойти. Вот так вот. Другого угла сюда, например. Лучи всегда идут сейчас только по одному кредитору, как ты мог заметить. Разве? Я видел нахуй так. Это было, это уже давно забрали. Ну, сколько раз мы уже били? Хоть раз лучше пошел вот так? По-другому. Нахуй, ну давайте тогда поводим, если это такой оптимальный вариант. Может. Ну вот. Типа, мы просто будем бежать и все, типа, мы с луж просто будем выбегать автоматически сразу же. Я не умею, я инвалид. Можно не бегать, пожалуйста? Бывает. Ну, если не бегать, значит, будем дальше так. Как? Ну, как и сделайте мне как в детских книжках стрелочки, пожалуйста, чтобы я бегал. Так что слово нажал на млок, да и бежишь. На млок? Ну, это короче, к зеленым бежать, прям вниз. Босса, не спульси. Я говорю фиолетовым бежать. Вы будете стать все посередине, да. А вот смотри, решетка есть как раз. Видно. Не решетка, я же говорю, вот ну, решетка маленькая, Лена. Не решетка. Можно заивейдить, нет? Может заивейдим, встанем? И потом уже а начнем. Нет, а как мы начнем? Тогда все РДД... А ставят, его можно, зайдите в СИСУ. Да не надо, зачем его? Все РДД словят... Да, не надо. Его и вейд... Надо, чтобы сначала дебаф распределились. А потом уже вводить босс. Боже. Да, но сделаем по-простому. Все милики просто встаньте вокруг босса на макс рейнджу, допустим. Или на минимальную рейнджу. Зачем? Так они зеленые тогда словят, а мы фиолетовым будем. Смотри. Нет, нет, ты не понял. Хватайте босса, ведете себе туда, кидаете метки, ну, стали, блядь, вейд.
Типа центр начинаем, да, так же, а потом... Так что, вы хотите все-таки, чтобы мы бегали, да? Попробуем. Да, да, давай. Просто за фонарем бегать? Только ну, если... Да. А как бегать? Да, просто... Как бегать? Ну, просто вот. Да, вот, собой, вот. Так вот, тебе даже есть вон, блядь, маршрут. Вот, видишь, по этой я бегаю. Вот, бежишь, блядь, нахуй. О, мифик плюс? Да, получается. О, все. Только если поезд будет, этот... А Бурдебел не зайдет? Случайно, мифик. Зайду. Только погоди, тогда, если поезд, милики к стенам просто доджите. Все. А, ну, РТД там сами как-то. А что, у стен поезда нет? Я в центре буду доджить. Типа, в центр не забегайте, когда лучи. Так лучи места много, типа. А когда двигаться, чтобы на 3 плюса сделать? А то я буду двигаться только тогда, когда я лужи разливаю, а вы будете стоять. Так бегай АФК, да и все. Давай, гой ебашить уже, блядь, тактика новая, надо обкатать. Не, ну можем начинать бегать только когда лучи. Давай так попробуем. Я уже начал, короче, я уже бегу. Давай просто будем бегать. Хорошо, хорошо, давай бегать. Поле так же, чтобы сверху стоять. Давай в середину, да, становимся? Да, хорошо, тогда будем бегать только когда... Бля, все, закройте, пожалуйста, рот, пускай один говорит. Заебали, я нихуя не понимаю вообще, что вы имеете в виду. Короче, я тебе скажу, когда бежать. Бафа есть, можете бегать. И все, хорошо? Так точно. Хорошо. Блять, а почему на мне свет? Господи, допустим, мы сейчас стоим, допустим, Кунка нас похоронит, если мы побежим все влево, да, допустим. Так, через... через 3 секунды начинаем бежать. Фонарь. Бегай по КД. Все, давай, побежал. Мы бежали. Все, бежим за боссом вот так просто, все. Все, останавливайся и дальше там бьем, допустим. И вот так по КД. Ну даже говорить. Ай. Так, через 3-2 беги с боссом опять. И кого-то бэрить собираетесь, то в мили надо бэрить. А, точно. Так. Смотри, какой ты баф. Да, да. Я 3-2 не могу набрать, у меня кастер срывает. Там еще лужи. Надо. Да, блять, ну кто нахуй? А, Чивава, Церебрус, Массия. Вот пока их вижу. Кого, бля, я вот здесь стены вижу. Мне просто так понравилось. Да, мне написано конфликт Сики и Чивава. Последний. Кстати, ты убил меня. Не, тут почему-то, блять, милики въебали по РДД нахуй. Ну, типа, меня вон въебали, например, Массия, блять. Так там РДД не дали рейнджу, чтоб миликам, чтоб доджить. Да, для боя. Маневра. Вы не дали вообще рейнджу, вы просто зажали миликов и, блядь, не так, а вообще что-то как-то плотненько за я стоял дальше звезды, нахуй. Нет, ты-то да, ну тебя убило, потому что другие зажали. Это ж конфликт бьет всех, типа. Да, да, типа, ты хоть в другой комнате или в другом рейде. Я что-то говорю, когда кто-то с другим встречается, это, считай, вайп рейда сразу. У меня нету саппорта. Типа, это один человек бьет всех. Вышка была, поезда были. Да. Но рейда не было, рейнджи набраты друг между другом. Давай просто сделаем, блядь, не знаю, легче. Вот на каждую ногу по милику, блядь, по 2-3 милика, блядь, а РД вот по одной всего. Вот, например, по-моему, 2 милика. Печеньку сюда ебануть, сюда 5 сил, в центре 5 сил, и звездочка 5 сил. И милики сдохнут в любом случае, если они успеют убежать. Там и 2 милика хватит в одном месте, чтобы сдохнуть. Да. Ну, плюс, типа, сакру отдается, фонарин отдает, сакру на эту хуйню, я ману. Я говорю, легче всего всем стать миликом вокруг босса, типа, тогда будет шанс довольно у всех. А может мы топовых 4 милика просто выберем, и они будут стоять бить? А зачем вообще лишние милики, типа, тут пульса вообще есть? Ну так не, так прикол стал, что... Не, можно, конечно, милика вообще, да, послать, нахуй. Да не, пару миликов, типа, на левую там ногу 4 или 2, на правую по 2. Опять, это то же самое, они с ним бьют, все сдохнут. Типа. 2 милика в одном месте? Это потому что их мало, да? Типа, 2 милика, да, на месте уже. Нет, их дохуя, наоборот. Нет, я не об этом. Ты реально отправь ему этот 3-4 милика в кашечке. Танк стоит здесь, а с ним, блядь, поставить 2 хила, например, блядь, Валентайн или там Масси, типа, они вот втроём стоят здесь. Я лучше стакаю, вам не нельзя. С левой ноги вот здесь,
еще два ДДшника или три ДДшника с другой ноги. Вы опять не понимаете, что если игру... Вот то же самое, что они почти стоят вместе, то, типа один фиг. Не, а под вспышку просто отдать сейв. И они переживут эту хуйню. Игру, под шилдами и под эту хуйню они переживут. Пусть стоят все в этот... Вокруг. Просто им двигаться, либо что там, вы прыгаете, либо влево-право, так чуть двигаетесь. Да, да. Просто стойте все мили на рейнже, ну, типа, вокруг босса. У вас же место миллион, и все, типа, все сложно. Стойте лучше так уже, просто РД дайте им немножко места больше. Мы снова получается. Бегаем или что? Не, давай попробуем на месте стоять, просто я бегаю. На месте лучше стоять, мне не понравилось бегать. РДшники, встаньте. Похода тебя. Просто, тут-то, там, вон там. Чуть-чуть. Встаньте сейчас, милики, просто, ну, каждый возьмите свой какой-то уголок и встаньте вокруг босса прям четко все, типа, каждый. Типа вот прям чётко. Вокруг босса. Кто-то стал... О, блин, на мне зеленая лук. Сипал? Холи щит фиолетовый. Уходи. А, холи щит фиолетовый. Наверное, я слишком далеко отошел. Вот встаньте, милика, как-то вокруг босса. Перед ебалом еще можно босса встать кому-то. Вы сейчас довольно все равно близко стоите все друг. Сейчас готовимся к лужам. Сейчас будет лужа через 3, 2, 1. Сейчас будет лужа. Вот РД лужа. Так же не держать. Да. Повезло, повезло. Так, там похуй фросту, фросту похуй. Если их резать, то резать в РД. Да. Так, готовимся к лужам. Сейчас буду через 3-4 секунды. И лужи. Игра наебала. А, Кумка, мы заебись. О! Лужа, лужа, миллиарда. Не, ну это нереально, нах. Да хуя. Как ты выжил, блядь? Я гений. Кодзима. Он просто шип и рот. А по мне, как обычно, две лужи хуярят. Без вас сейчас легче будет. А он да, не он хули, сейчас... он хули. Он сейчас хороший шанс убить, он сейчас идеальный шанс убить. А, метки. Метку. Да, метки. Сейчас будут лужи готовить. Через 3, 2, 1. РДД? Отлично, лужи вынесли. Так, сейчас будет лужа тоже через секунд 7 где-то. Сейчас будет лужа готовить, скорее всего, с лучами, возможно, будет вместе даже. Ну, кстати, да, действительно, кастеров, я думаю, можно бернуть, почему бы и нет. Или они, у них метка может быть рандомная появится. Если в РДД рисует, то зеленый. Прыгал, блять. Без миликов убьем. Да, если вой треснет, то будет зеленая у РДД. Ну, потому что вы без миликов. Если ковер реснет, просто с рейнджи и сам разойдет от места к дереву. На, ой-ой-ой-ой. Мама мия, ой-ой-ой. Я встану. Или нет? Ну давай, допустим, кого я берну. Тебе надо, наверное, глю бернуть одного хила еще. Надо локов, наверное. Вообще, да, наверное, лок. О, блять. Или хилов. Пизда вам. Кристалл уже, мне кажется, никого не надо прыгать. Не пробуем, нормально. Хилы есть? Один. Че, резать нет? Алло, блять. Да не, не надо, наверное. Вот, да, это, можешь слегка подвинуть? Хотя... Ну, ладно, давай, Войт, ресай меня, Валентайма. Я сейчас ресну кого-то. Массию, а Массия кого-то еще. Да. Я стою вы около... теперь РДД не забудьте. Массия не забудьте. Что, ты теперь не бегаешь. Зеленая метка, отойдите от босса подальше налево, где вы стояли изначально. Дайте. Я... Вот сейчас можешь. Я, кстати, стал фиолетовым. Ой. Не, ну мне вообще... У тебя ничего нет вообще, Вадим. Вообще, кстати, да, но мне скиллы сфере твои. А чего так близко РДДшники подходят к боссу? Да, блестите, порезайте, 8 ультов у босса. Бля, я ничего не буду резать. Или милика резни хотя бы. Ты зеленый, ты зеленый. Да, да, вижу. Я не могу её достать его, просто он слишком далеко стоит. Хорошо, резни кого-то там. Резни ДД уже еще. Вообще любого. Дай сокро, дай сокро. Ваня чел. Дай сокро. Ой, мне плохо, я встанем. Спасите. Там ой-ой-ой-ой-ой, какой ебаный. Кафик стихи, вот он въебал. Это радиак кого-то въебал.
Нет, по-моему, фонарь уже близко. Зачем мы КДДшник так близко подходит к боссу? Типа, вам чё, блядь, не хватает? Нет, зачем? Фонарь, чё ты такой слабый? Почему ты не добил, нахуй? Сейчас, извините, сейчас все сделаю. Давай, не хуярь, рудает. Короче, блядь, ждем. Крити босса, хитси. Если ты мужчина. Сейчас три РДД прыгнуло в мира. А он же СУ, это, туза прыгнул. Аниме битва. Это вопрос, мы сейчас по какой тактике били? По тактике как первый раз или по тактике? Мелики сдохли, а дальше похуй. В этом ухо поснимать жестко. Ладно, давайте сыграем. Зеленый, фиолетовый, они не исчезают, да, получается? Нет. Нет. Ай. Почему не прохилили? Фонарь, ты сейчас был как Дио. Раз у нас такая большая проблема с Меликом, давайте сделаем натуре по-простому. 4 велика нахуй, блять. Ну че сказать, когда сдохла первая пачка. Не, а пусть они тогда вообще бьют, типа кто сдох, кто сдох. Кондро умер вообще, охуенно. Не, ну так просто шанс, что сразу все сдохнут, так хоть половина жить точно будет. Тоже верно. Может Куку сначала там первую пачку пустим, туда в ходе постою, подожду. Пойду подойду и вать. Давай тут повезет, убьем его, да и все. Да сейчас же все. Сейчас дам просто. Сейчас мы его почти не убили, но типа может кто в следующий раз не заслакает, а мы убьем его просто. Ну сейчас вы могли убивать, кстати, вот что-то заслакать. Пошли потом второй рейд нахуй. Да! Рейд два босса можно. Типа это третий, да, какой-то он прям интересный. Ну, просто... А на самом деле в десятке не очень сложно, на самом деле второй этот босс перед этим посложнее. А его, кстати, еще нерфили сегодня. Потому что комната маленькая, типа в десятером там есть где разойтись, а здесь 25 человек. Реально, вы жирные, худейте. 4 мелика 5 человек, кто хочет идти чилить сначала? А мне нельзя уйти в РДД чилить? Нахуй я ещё с ними там стою? Так, да, я ж тебе говорю вначале, нам похуй. Ты что, не уважаешь? Нет, она не может в РДД уйти, тогда кого-то из нас закинет. Почему? Так нет, так мы вначале стоим в мире, нам кидается дебаф, все, уходим нахуй. Нет, ну это Юля просто нельзя, имею в виду. Почему? У меня опять с меликами? Ну, типа тебе фиолетовый дебаф должен быть. А чё я не понял, что с меликами не так? Чё с меликами, реально? Да все хорошо с меликами. Чё за хуйня? Реально. Вначале ты ложишь дебаф, и всё, можно уйти нахуй от босса, но тебе всё равно имя... Ну, не КРДД. Тогда она с нами будет стукаться. Ну, понятно, так у нас вон сколько места, я могу... Ладно, в пизду, всё, я с меликами, всё. А мы не хотим с тобой. Короче... Кто из вас пойдет чилить милики? Там выбирайте сами. Не понял, нет, я бурстую. Details пока. Ну хули тут выбирать? Церберус нахуй, Дермич. О, спасибо. Ну, Мирай нахуй, я Эрислин. Ну все, вон уходите, вон туда, где Церберус, допустим. Туда там, где Кости, там где Кости, понимаешь? Да, чувава, он дрейпунка пускай бьет. Я хочу быть, сервировать себя с мясом. Так сначала фиолетовый словить. Да, да, сначала ловим фиолетовый. Церберус, иди к нам, ты чё, ебанулся, блядь? Понял. Сначала все, ладно, поехали. Сначала ловим дебаф, а потом уходим. Ну, потом уходим. Они там взрыв стихии не сделают. Масия, подойди. Кунка, я на стаку раскол только выдержу. Масия, подойди к нам, Масия. Хан тоже к нам, подойди. Кунка не умеет расколоть. Хан, Бланк, подойди к нам ближе. Давай, уходим, блядь. Сейчас только сделаю важное дело. Все, ушли отсюда, мальчики, блядь. Оставьте, ну. Сейчас сделаю все, расклон стакан, я побежал. Не пачу урон. Что такое, да? Жестко? А уйдите еще дальше, где-то туда вообще, да. Так, готовимся к луже. В РДД. Лужа будет через 3, 2, сейчас где-то лужа кинется уже. Блять! Ой! Зеленочка! Священная! О, замена пошла бить. А, там замена сдохла. Входите. Замена сдохла, нормально. Так, бегите к танку. К танку сбегите, Танк, бегу. Хорошо, все, выбежали. А тусеньки съебались, стены наоборот. Так, сейчас будет лужа опять, готовьтесь к лужам. И лужи. Прием. Вас наебали. А, сейчас будут лучи и лужи, да? Как обычно. Рыб. О, лужи это, да. Кстати, а Гера была, да? Да, была. Хорошо. Сидим, чили. Да, блядь. Фер ДД разум. Ловит. Продавайте.
Вы зря это сейчас вдвоем можете сделать. Мелики лужи. Так, готовимся к лужам. Скорее всего, будет лужи и лучи, возможно. Нет, это только один раз такой. А там как иногда. Блять, нахуй, мама мия, сейчас меня умру, походу. Так, лужи, мерда, да. Они нормально, повезло. Локи, сбросьте. Получи. Поезда, поезда. И поехали. Готовимся к Джайне. Джайна легче, чем этот босс. Сейчас будут лужи, скорее всего. Лужи РД, миллион. Че, рофлишь? Ты, наверное, только в Т5 бил Джайну, говоришь. Тише. Момент истины. Уже вижу тапки на шипы. Нет, там надо что-то на ДК. Ладно. А будьте танковские с моим сетбом. Поезд на ДК, ребята, успокоились. Сейчас будут лужи. Реально, нахуй. Ты сдохнул, ты вообще лута не будет, ты. Никто не собирается уже. Лузер, да-да, лузер, да-да. Ебашьте его! Как скажешь, брат. Блядь, и кто залутал? Кайвазя. Без приз с кем-то. А, наверное, со мной. Арро! Это ты подошел ко мне. Я ему дал попал. О, вообще кунка убил. Опа! Соло нахуй убил. Вот это чё? Не, вот это чё? Расплата? Хуйня, какая же хуйня. Ай, блядь. Нифига себе, смотри. А вот перчатки крутые на шамана, кстати. А этого питомца можете сразу паролить, ну этот, который... Ну это понятно, это понятно. Смотрите пояс какой на Ретрикас. Я кристалл возьму. Смотрите пояс какой. Кристалл мне, кристалл не надо, сбрать, я Юлию отдал. Ну ладно, я отдам. Не забирать перчатки, аж один элем. Пояс чекните. Подождите, сейчас я посмотрю, откажитесь пока. Я просто не видел, что там золото. Конечно, но почти повезло. А перчатки можешь забирать, ты один элем тут. Дайте ДПС этой хуйни, пожалуйста, блядь. А маунта вы ролили этого ну, питомца? Ты топ-2, молодец. Ну так въебать, ФПС появился, нахуй, кстати говоря. Ничего, все равно лучше. Ну видите, это мусор был, а не босс даже. Поэтому я говорю, уходить два рейда, но меньшим составом. Шансы выше. Давайте посмотрим, может второй соберется сейчас. Я могу перезайти, типа, я думаю, что не я одна. Так, подождите, лат и пояс, что тут такое, двойная? Это залупа, Кирилл. На этих шмотках должно быть классно. Почему? По-моему, на ретрике прикольно, что. Ну ты понимаешь, смотри. Там ты всего можешь взять примерно 3 шмотки на латника. Ты не можешь брать это говно, потому что ты иначе не возьмешь или крит урон, или же 2 классовые чарки ты не сможешь одеть. Там количество шмоток ограниченное, на которых чарка. Не, ну понятно, блять, на ретрике ты еще не такая хуёвая. Ну поиск, да, это... но это волохня вообще. Так, что за перчатки? С вероятностью. Нихуя себе нахуй. Перчатки в ГЦ. Да. Хорошие, можно подсмотреть. Эти перчатки сами по себе не очень. Типа тебе второй прок надо, чтобы хорошо работал. Ну тем не менее, он выбил бесовую шмотку. А этого элементаля даже не пишет в details. По-моему, ну типа, хуй знает. Обнови details, у тебя будет писать. По-моему, ну перчатки тут самые нормальные. Ну да, да. А дай ему перчатку с токеном, я советую просто. Ну, да, Бентли, обмен я тебе с токеном одним перчатком. Это мой лично носит. Слушай, второй выбьешь прок, и типа вместе они работают. Пояс неочёбный просто, он так чисто. По приколу. Да, типа вторая как раз ты ставишь этот тотем, и у тебя лава дамажит больше. Ну и пояс, у нас еще токен там остается на пояс, не вначале. На ретрик. А что там, можешь пролинковать плюс шмотки, я посмотрю, я просто не помню. Так я уже все проздавал, нахуй. А, все уже раздал?